Ночной шопинг продолжался. Мы обходим магазин Orange, в котором чего только нет. Так, лицо мы не покажем, мы никому не расскажем. Но это шикарное платье, на мой взгляд, на девушку село. А самое главное, оно подошло по размеру даже в верхней части. Вот такие тут есть платьицы. Есть детская всякая одежда. Есть много одежды из натуральных тканей. Корея. Ух, что это? Это прикольный балахон. В общем, мне нравится. По крайней мере, балахоны здесь совершенно отличаются от того, что предлагается на рынке. Здесь из натуральных тканей одежда. Что очень радует. В общем, сюда надо приходить, настроение и мерить. Тут появились всякие олимпийки, ветровки. Вот. Очень много всяких штанов, рубашек. Что-то такое интересное. Для подростков добавили одежду, вижу. Раньше этого не было. Вот такое вот появилось. Вот такое появилось. В общем, интересные принты добавились. Я такие не видела. На рынке их точно нет. Эти были. Остаются. Все такое джинсовое. Джинсов вот здесь много. Вот. Джинсовые сарафаны. Полуспортивные такие балахоны. Тоже натуральные ткани. Опа. Ну это что-то совершенно загадочное. Так. Кашемир. Всякие вязаные вещи. Мягкая, приятная. Боже, сколько здесь всего теплого. Аня, она у тебя бумаги берет. Ау! Стоп! Сеной, сеной! Стоп, 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 стоп! Ноу! Не трогай! Ноу! Ты что, они обалдели, что ли? Понятно. Не успеешь оглянуться. Твои карты чуть не уперли. Смотрим водолазки дальше. Ой, это не водолазки, кофточка вот такая модная. Рубашечки. Что-то очень тонкое, трикотажное. Красивое. Легенькое. Слушайте, а тут не повторяются модели. О, еще кашемир. Платки шелковые вот есть. С одной стороны шелк, с другой тонкий кашемир. Пушистенькое. Остатки сумок. Сумок здесь немного, но есть и хорошие. Что-то тут еще показывают. О, лен. Вот лен меня спрашивали. Вот тут вот он есть. А сколько стоит льняной костюмчик? Ой, какой классный. Со штанами. Сколько такой стоит? Понятно. Разные цены, разные модели. О, интересные штаны есть. Ой, какие размахаечки шикарные, стильные. Интересные. О, что-то здесь совершенно такими фантастическими принтами. Кому нужен веселый заяц? Что-то очень смешное. Чего тут только нету? Даже жираф есть. О, я вижу жирафа. Вот жираф есть. Спросите лучше, чего тут нет. В общем, кто искал одежду с веселыми принтами, из натуральных тканей, и что-то для ребенка необычненькое, тут найдете. По крайней мере, здесь есть шансы это найти. И очень-очень неплохие. А что тут еще? Ой, мамочки, тут утки разных цветов. Есть черные, есть оранжевые, зеленые, всякие. Что тут еще мы не показали? Ну, что-то совершенно такое. Круто гламурное, розовенькое. Белые костюмчики. Всякие художественные такое, трикотажные. Трикотаж художественный. Опа. И тут же рядом всякие там фитнес штучки.
сумочки. И крутой кроссовок Dolce & Gabbana. О боже, оранжевая сумка. Оранжевое небо. Оригинал. Да. Белая. Чего нет? Чего здесь нет, не знаю. Приходите, русский продавец. Работают с 13 до 21 часа. И заметьте, там еще есть второй этаж. Там еще шелковое белье есть.